Семь красавиц Полесского университета приняли участие в вузовском этапе ежегодного конкурса «Королева весна». Каждая девушка по-своему обаятельна, грациозна, нежна и талантлива. Конкурс «Королева весна» – наш новый этап 2019 года. Сегодня стартует именно этап учреждения высшего образования стартует в городе Пинске, что очень приятно и отрадно. Следующий пройдет этап – это в техническом нашем университете, потом университет имени Пушкина и уже последний замыкающий в Барановичский наш вуз. Конкурс представляет собой национальный отбор для участия представительниц Республики Беларусь в международном конкурсе красоты и таланта «Королева студенчества». Его организовывают Белорусский республиканский союз молодежи и Российский союз молодежи. Но чтобы выйти в финал, необходимо пройти предварительные этапы. К первому вузовскому участницы усердно готовились. В конкурсе участвую впервые. Очень сложная была подготовка. Мы все очень сильно старались, репетировали, привлекали своих друзей. Все, я думаю, я в том числе, стараются и будут стараться в течение конкурса идти к победе. На сцене я очень давно, потому что я танцую, но всегда была в коллективе, а сейчас решила попробовать что-то сольное. Вот. Все очень, ну, для меня было сложно, потому что помогали мне и друзья, и одногруппники. Волнение, конечно, присутствует, конкуренция присутствует, но все девочки рассчитывают на победу, и я в их числе. Перед судьями стоял сложный выбор, как определить достойнейших. Для этого участницы в различных конкурсах проявляли свой талант, артистичность и эрудицию. Первое впечатление о девушках помог составить конкурс видеопрезентаций. В дефиле они представили образы делового стиля, коллекцию повседневной одежды. Показали, насколько владеют ораторским мастерством и как могут держаться на сцене. Вёска Липск, земля батьковская, моя городная, моя геройская. Королева весна, она же умница, красавица, активистка. А соответственно, все эти чудесные качества наши участницы и демонстрировать будут на конкурсе. Я думаю, что в первую очередь этот конкурс не просто конкурс, это удача для каждой из девушек почувствовать себя значимой. Значимой во всех областях, и в творчестве, и в креативном познании мира, и выражении своих мыслей, и просто почувствовать себя королевой, примеряя очень интересные наряды. Между выступлениями конкурсанток внимание зрителей занимали номера артистов и творческих коллективов университета. По итогам вузовского тура титул «Королева весна 2019» получила Мария Рудик. Первой вице-королевой стала Дарья Дыдышко. Обе девушки отправятся на областной этап, который состоится 5 апреля в Бресте. Обладательницей сразу двух титулов – «Королева весна онлайн» и «Вторая вице-королева» стала Анастасия Жибурт.